Так, пока собираемся, может, тут есть еще неосведомленные люди. Завтра, наконец-таки, выходит мой микстейп «Use», над которым мы работали все последнее время с выхода альбома «Умиримиру». За второй сольный альбом я пока не берусь, потому что рано, и надо хорошо его проработать. Но микстейп, где примерно, сколько там, 8-9 новых песен, вы услышите именно завтра. Так что, все, кто не подписан на паблик, подписывайтесь и ожидайте вместе с нами. Я сам очень жду, наверное, больше, чем вы, чтобы уже выпустить «Камень с плеч». Мы провели огромную работу. От битов до звука, текстов. Поэтому я надеюсь, вам понравится. И в конце этой трансляции мы пообщаемся минут 15. В конце этой трансляции я покажу вам небольшой отрывок с этого микстейпа, чтобы скрасить, так сказать, ваши ожидания. Трек-лист давно уже в сети, и если вас интересует, какие песни там будут, на чей продакшн и так далее, вы можете найти его у меня в паблике. Sit down, Lambo. Для меня самого этот день уже как вечность, чтобы выпустить. Во все города мы приедем обязательно, как нас только позовут. Заявки приходят, мы их обрабатываем. И едем. Мне очень нравится мой микстейп, и мне кажется, что он вышел намного лучше, чем «Умиримиру». Вы можете судить по первому синглу, мы уже выпускали в сеть одноименный сингл «Use». Вот. Если он вам понравился, то микстейп вам точно понравится. Tattoo Silence, да, помню всех, кто делает татуировки с моей символикой, это очень приятно. С кем батл хочешь? Ни с кем не хочу батл. Пока мне это не интересно. Я всем все доказал. Нет ничего лучше, чем «Умиримиру». Завтра будет, поверь мне. И мы параллельно уже... Я отдохнул где-то неделю, когда писал последний трек на «Use». И даже больше, когда там iTunes залился. Пару недель отдохнул, мы уже начали работать над следующими треками. Но они уже очень скоро свет увидят. Я думаю, они уже войдут во второй сольный альбом. Но мы уже работаем над ними на студии, и мне очень нравится, что получается. Поэтому я не сижу без дела, я постоянно в работе. Снимаем клипы, пишем песни. Релиз во сколько выйдет? Я думаю, ближе к вечеру выйдет. Это зависит от iTunes. Как iTunes откроется, мы сразу выпускаем его и ВКонтакте. Поэтому не беспокойтесь. Это не от меня зависит. Будем ждать вместе. Что такое микстейп? Микстейп, в принципе, чтобы не усложнять, это то же самое, что альбом, но меньше ответственности, так сказать. Просто раньше альбомы назывались вещи, которые официально издаются на дисках и в лейбловых компаниях, а микстейпы — это то, что свободно скачиваться в интернет выкладывают. Поэтому вот, грубо говоря, это 9 новых песен, и все, не усложняй. 9 песен будет. Трек-лист уже в сети, название песен вы можете знать. И первый сингл тоже в сети. Вы можете найти в моем паблике трек с одноименным названием «Use». Помню, концерт в МСК, это было жестко. Да, концерты тоже объявлены уже. И Питер, и Москва объявлена. И осенью я вернусь к вам. А дальше остальные города.
Что с никнеймом в iTunes? Там iTunes затупил, но уже поменяли, уже все нормально. Если забьешь заново, то заметишь, что там уже гават нормально написано. Атмосфера, да, примерно такая же, как в треке Use в микстейпе. Некоторые треки экспериментальные. Я сразу скажу, что трек «Антидепрессант» для меня лично очень экспериментальный. И я не знаю, как он зайдет. Так что решать вам. Но я немного поэкспериментировал. А в целом большинство песен прям в моем понимании доведенных до идеала. Скажи, волосы, вот они, не видишь, вот волосы. Да, я очень доволен новым микстейпом. Я опять говорю, что мне он куда больше, чем «Умер и мир», ему нравится. Он более компактный, он более звучащий, хитовый, и мне очень нравятся эти песни. Одни из моих любимых песен — это «Сами по себе». Я покажу сегодня отрывочек в конце этой трансляции, так что не уходите. «Отоспимся в гробу» очень мне нравится песня. «Каменные слезы», «Каплями воска». Да мне весь микстейп нравится. Я не знаю даже, как выделить какой-то один трек. Так что ждем завтра вместе. Клипы, да, обязательно будут. Мы уже начинаем снимать на один из треков микстейпа клип. Я думаю, в июле он выйдет. Плюс я хочу снять клип на трек, которого еще не было в сети, не будет на микстейпе. Хочу на новый трек снять клип, который вот мы недавно написали с одним моим товарищем. «Люди-невидимки», жду, пиздец. Я тоже, да, «Люди-невидимки», наверное, самый мой любимый трек. Но он самый грустный. Там нет даже припева какой-то хитовости, но вот именно текстовая составляющая исполнения для меня там прям крышу сносит. На концертах нет возрастных ограничений. Конечно, если вам не 5 лет. Типа, лет до 14 вы можете спокойно прийти, если вы младше, можете взять с собой старших братьев, друзей или родителей и прийти спокойно. Покажу отрывок с трека, который называется «Сами по себе». Есть в плане фиты. Да, есть с очень талантливыми чуваками, но вы, скорее всего, их не знаете. Но очень скоро узнаете, и все о них заговорят. Так что на микстейпе фитов не будет. Нет. Там все сольно и все проработано. По поводу городов я не знаю, чуваки, подруги. Это не от меня зависит. Нам пишут, у нас есть список городов уже, но, скорее всего, это будет попозже. Я не игнорю, я просто не могу угнаться слишком много. Так что не надо меня спрашивать, когда я приеду в какой-то город, это не от меня зависит. Я бы с радостью приехал во все города на планете. Завтра новый альбом. Заебали. Я тут распинаюсь полчаса, что завтра выпускается. А люди спрашивают. Кто твой гастрайтер, Вова? Мой гастрайтер — Бог. Он пишет мне все песни и все биты мне пишет. Тур бы летом. Летом, к сожалению, тура не получится, потому что никто не делает туры летом. Тур будет осенью, ближе к зиме, когда вам будет холодно на улице, и вы придете погреться на мой концерт. Мне похуй, на микстейпе не будет, потому что он абсолютно по звуку туда не подошел. Но если микстейп разойдется хорошо и вам понравится, я, скорее всего, выпущу перед концертами отдельно синглом трек «Мне похуй». Но на микстейп он, к сожалению, не попал. Так что все зависит от вас. Будете репостить и распространять, выпущу с радостью. Кого ты больше всех уважаешь из рэперов? Себя уважаю. Я очень хорошо отношусь к моим фанатам, потому что у них самый лучший вкус в музыке. Как можно не уважать таких людей? Сейчас, секундочку. У меня тату на груди такая же, как у тебя. Респект. Очень радует, когда люди вдохновляются мной. Приятно. Ну что же, друзья, давайте послушаем маленький отрывок. Сейчас покажу вам небольшой отрывок с микстейфа, который выйдет завтра. Отрывок будет очень небольшой. Все, вы можете услышать завтра. Завтра новых 9 песен на микстейпе. Вы готовы? Спички, вау, да, у меня полетела зажигалка, и
от безвыходности приходится. Готовы? Маленький отрывочек. Целиком вы этот трек и еще остальные 9 треков можете услышать завтра. Подписывайтесь ко мне в паблик, он по ссылке в профайле. Переходите, сейчас трансляция закончится. Переходите, подписывайтесь и ждите. Завтра выйдет микстейп 9 новых песен. И этот трек...